Соревнования «Кожаный мяч» на призы президента Республики Беларусь уже не первый год проходят во всех регионах страны. Лучшие футболисты, представители общеобразовательных учебных заведений и клубов из года в год соревнуются за право считаться настоящими победителями. На этом этапе начальном городских соревнований приняло участие в старшей подгруппе 12 команд школ и команды многопрофильного центра детей и молодежи, это «Олимпиец» и «Ориентир». А в младшей подгруппе приняло участие 8 команд школ, образовательных школ города Бреста, это Ленинского и Московского района. И тоже команда «Олимпиец» — это многопрофильного центра детей и молодежи. Брестские городские соревнования «Кожаный мяч» в этом году прошли ярко и красиво. В финале в двух возрастных категориях выступили представители 5 и 16 школ. Юные участники показали высокие технические навыки. Они уверены в своих силах и знают, какими качествами должен обладать настоящий футболист. Нужно тренироваться очень много, брать мяч, выходить куда-нибудь играть, ходить на тренировки очень часто и стараться побеждать. Я занимаюсь уже 4 года футболом. Мне достаточно, потому что я хорошо играю, мне достаточно, чтобы у меня были хорошие партнеры по команде, которые я с ними мог сыграть. Победители городских соревнований получают право представить Брест на областных состязаниях. А если удача улыбнется нашим юным футболистам, то представители города над Бугом увидит столица. Игра прошла на высоком уровне, а значит, у брестских спортсменов есть все шансы для того, чтобы победить.